отдаем людей, они находились в разных местах. Это разные люди, есть граждане Украины, есть граждане России. Скажите, так, сколько вас? А вы не вышли. Я понял. Пять человек, готовы пять. Знаете, у нас нормальные отношения, то есть есть процесс переговорный, мы идем навстречу друг другу и выполняем то, что обещали. Опять. Писал, мы вами будем заниматься. Хорошо? Ребята, принимайте. Смирнов! Обстреляли скорую, у нас 5 человек, 2 женщины. Взяли нас в плен, повезли в Краматорск на базу АТО. Там не база, там аэродром АТО. Били. У меня 2 ребра поломаны. Колесник на выход. Оно еще не позаживало. Вот видите, полтора месяца, оно не позаживало.